Сегодня, короче, Дуся, стоит мне встать на 2 минуточки с кровати, он непонятно откуда берется. Ральфа кот такой красивый. Вчера Ральфа кот вечером обнаружил, что я смотрю кино на айпаде вот в этом углу. И он понял, что он давно не грыз наушники. И он вчера втихаря пытался зажрать несколько раз наушники. Но у него это не получилось. Наш дурацкий котик Дусь. Дусь. Дуся. Как будто и не мыли его.